Здравствуйте, господа! Сегодня коротенький ролик о хороших, качественных и надежных катушек для фидеров Heavy и Extra Heavy. Это две модельки от компании Flagman. Одни из самых популярных, самых востребованных. Люди их берут и приезжают и еще заказывают. Поэтому рекомендую, нареканий на них нет. За свои слова, как говорят, отвечаю. Значит, модельки называются Inspiration Feeder 4500 и 5500. Ну, соответственно, модель 4500 ставится у нас на фидера класса Medium, Medium Heavy. Да, ну, можно на Light Medium поставить. И 5500 это Heavy, Extra Heavy. Шпуля, корпус алюминиевый, шпуля тоже металл. Усиленные все внутренности, усиленные шестерни, именно которые способны, рассчитаны работать на большие нагрузки, на мощную, хорошую вымотку. Карбоновые диски фрикциона, то есть позволяет регулировать плавно, без каких-то там спадов этот фрикцион. Да? Очень плавная регулировка, вы можете идеально выставить так, как вам нужно. Клипса тоже надежная, не вылетает, ничего не случается, никакая не пластиковая, да, это металлическая клипса. То есть надежная, хорошая катушка, приятная во всех отношениях, очень тяговитая. Ручка вкручивается в главную пару. Вот. Это у нас заглушка, ручку можно переставить на другую сторону. То есть это повышает, соответственно, сами понимаете, надежность. Последний тренд. Все люди ищут скручивающиеся ручками, значит, они надежнее. Ну вот, господа, я вот так камеру установил, чтобы поближе было видно. Вкручивается ручка здесь у нас. Ну, по катушечке, да, 9,5 подшипников, 4,3 передатка. Важный момент, нагрузка на фрикцион 10 кг. Ну и оборот за вымотки, да, 90 сантиметров резки. Ну, соответственно, в комплекте к 5500 еще идет вот такой чехольчик, очень приятный. И инструкция. И вот такая вот, такой винт, который служит, ну, необходим для того, когда вы переставляете, если вам понадобится, ручку на другую сторону. Так, у модельки 4500 такого винта нет, по той причине, что ей это не надо. Расстояние тут позволяет. Значит, что есть? Ну, соответственно, вот он, точно такой же чехольчик. Качественное. То есть приятно, когда вещь держишь, вот оно приятно, да, видно, что это качество, видно, что это там не ширпотреб какой-то, да, а действительно тяжеленькая катушка, веса. Вот 5500, по-моему, там 460, что ли, грамм, да, она весит. Посмотрите на сайте Multifish эти катушки Flagman Inspiration. Дословно там все указано, описание и так далее. Кому более подробно интересно, там какие-то детали узнать, да. Но вот я вам рассказываю, исходя из практики, не углубляясь в подробности, да. Катушка качественная, все отлично, рекомендую, заказывайте. Мультифиш для вас, подписывайтесь на соцсети и до новых встреч, до новых роликов. Всего доброго.